Всем привет! Меня зовут Римма Бахтеева, это Руслан Киселев. Что мы сейчас сделали? Да, что мы сейчас делали? Мы снимали видео. А какое мы снимали видео? Мы снимали, как я играла на флейте, на двух флейтах. Вот на этой, на оркестровой и на блокфлейте она в сумке лежит. А еще на гитаре. Римма умеет играть на гитаре. Римма не умеет играть на гитаре, она. Что ты лес снимаешь? Зачем? Себя снимать. Зачем-то делает вид, что она умеет играть на гитаре. Нет, на самом деле она. Я зачем-то делала вид, что я умею снимать видео. Да. Вот. Каждый, наверное, должен к чему-то стремиться. Я стремлюсь научиться играть на гитаре, поэтому я на ней пытаюсь играть. Вот. Ну, может, ты обманываешь, быть, ты стремишься поесть. У тебя все равно есть нечего. Жестокая правда.